А в Надыме семиклассники поддержали год экологической культуры в «Газпроме» и провели посвященные этой тематике соревнования. «Я познаю мир» – так называлась экологическая эстафета, восьмая по счету. По традиции ее проводят в Кедровой роще, но в этот раз помешала погода, и потому мероприятие состоялось в досуговом центре. Экологическая эстафета «Я познаю мир» началась с представления команд, их шесть. У каждой своя форма. Зеленый патруль, лесные гномы, родничок, родник жизни, росток, лучите солнце. За оригинальность жюри присуждает от 1 до 3 баллов. Это творческое состязание, поэтому яркое, красочное оформление приветствуется. Одни выделяются рисунками, другие представляют диалог. Стоп! Сколько радости при виде цветов! Сколько нежности в сердце! Сколько искренних восклицаний! И сколько выдранных с корнями цветущих растений! Замученных и брошенных на землю букетиков. В командах по 6 учащихся. В каждом выступлении ребята признаются, надо стараться сохранить планету, Земля – наш общий дом. Важно начать с себя, с малого. Перестать сорить, не рвать цветы, сажать деревья, разводить сады. Думаю, это мероприятие очень-очень даже полезное, чтобы дети узнавали, как ходили вот классом, собирали, там, учили, какие грибы растут, растения. В интернете искали, какие звери обитают, какие красные книги. Основной этап мероприятия – эстафета. Каждая команда получила путевой лист с названием станций. Они говорят за себя. Ягодная, экологические знати, знатоки родной природы, природа не навреди, экология – красная книга. На базе нашего класса отряд работает экологический. Мы тесно сотрудничаем с нашим музеем газпромовским. И вот вы, наверное, видели сегодняшние наши футболки, которые есть. Это мы посетили музей, посмотрели, у нас была экскурсия, мы посмотрели, как перерабатывают те отходы, которые бы не навредили окружающей среде. И ребята с таким энтузиазмом, с большим интересом приняли участие в игре, что и я довольна, и ребята тоже довольны. Подготовка к эстафете, само мероприятие. Это, по мнению взрослых, эффективный творческий урок. Ребята, вы молодцы, что вы так креативно, творчески говорите о наших сложных, насущных проблемах. И в ваших руках исправить и сделать наше будущее чистым, светлым, безоблачным, ярким. В первом конкурсе лучше всех представили свою команду «Росток» мальчишки и девчонки из 6-й школы. Им уступили «Лучите солнце» из 9-й школы, они стали вторыми. На третьем месте – «Зеленый патруль» 1-й школы. А по итогам экологической эстафеты эта команда набрала 8 баллов и стала лидером соревнований. Серебро у команды 6-й школы. Бронзу завоевал родничок из 4-й. А у всех без исключения останутся яркие впечатления, фотографии на память и заряд бодрого настроения на весь учебный год. Светлана Тусида, Олег Зубко, телевидение «Общество», «Газпром», добыча «Надым».